Доброе сюда, дорогие мои подписчики моего YouTube канала Никита Добрышев. Сегодня 21 ноября мы с вами посетим могилу советской и российской актрисы театра и кино Нины Ивановны Руслановой. Нина Ивановна Русланова, советская и российская актриса театра и кино. Родилась Нина Русланова 5 декабря 1943 году. А скончалась Нина Русланова 21 ноября 2021 году на 77 году жизни. Сегодня 3 года, как нет с нами актрисы Нины Ивановны Руслановой. Похоронена Нина Русланова на 21-м участке Троегорского кладбища. От нас, как всегда, лампадочка. Сегодня 21 ноября 2024 год.